Судя по последним данным СМИ, именно сейчас в центре города плавают крокодилы и змеи в воде. Это вот район Наны, вон там видно отели. Вот стоит Master Suite. Это Суховицовая 4, вон прямо на нее смотрим, перекресток. Пошли туристы. Ездят машины по воде, как вы видите, да? Все утоплены, смотрите. Все абсолютно полностью в воде. Люди торгуют едой. Вот тут палатки для туристов всякой ерундой. Вон автобусная станция. Вон еще фаранги пошли. Надземное метро. Так что больше верьте. Вот тут видите, сколько воды. Глубоко-то как.